Ивановское управление МЧС приняло участие в тренировке по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. По сценарию учений в Ивановской области на территории Пестяковского муниципального района загорелся лес. Из-за сильного ветра отдельные очаги низового лесного пожара объединились в один большой. Помимо локализации условных возгораний, сотрудникам лесной охраны пришлось предпринимать меры для предотвращения распространения огня. Место возгорания опахивали трактором. Общими усилиями сотрудникам противопожарной службы удалось справиться с условным пожаром, а заодно и проверить готовность к предстоящему пожароопасному периоду.